Нормально, да? Så, nu är vi online och det är en privat lektion. Det är lördag. Vad är det för datum? Jag kommer inte ihåg. Vilket datum? Lördag, ja. Det är lördag 20... 22. 22. Det är 22 april. 22 april. 2023. Ah, 2023, precis. Och vi börjar vår lektion. Och då Ja. vill jag, ja, alla som kan ryska och vill lära sig svenska är välkomna på vår lektion. Добро пожаловать на наш урок. Для всех, кто хочет выучить шведский через русский. Бра. Då kan vi, jag börja med fråga, hur vill du att vi bygger vår lektion? Как ты хочешь построить наш урок? Хотелось бы построить сначала вот эта фраза меня в начале мы побеседовали, как мы давно не виделись уже с тобою. Первое разобраться, и вот второе, меня заинтересовала эта книга, пришла мне по почте, и как бы разобрать фразы, понять, что это и для чего пришла мне эта книжка. Замечательно. Так интересно в Швеции все это, и потому что, ну, мне так как-то интересно. Да. Первый раз в жизни встречаю, так что пришла книга домой. Замечательно. Ну ладно, давай тогда сделаем так. Можно? Нэнэн хэйе. Это вот эта фраза, которая тебя в ступор просто ввела. Да. Хотя они очень часто ее употребляют. Так, во-первых, когда удивляешься, да, удивляешься, ты вот кого-то встретила или что-то такое, что-то вот, уж, то, что ты не ожидала, произошло. Вот это немен, вот это немен, очень хорошая фраза. Немен. Я. Не. Немен. И такое вот восходящая интонация. Немен. Вот даже не Немен. знаю, как... Да. Вот если, например, у меня так на работе бывают мальчишки веселые и бывает напугают, подойдут сзади, то я могу А. сказать Я. Немен. Вайоду, немен, вайоду, что ты делаешь? Да, и что вот ты это. делаешь, воеду я. То есть, когда у тебя одни эмоции, как у нас говорят, да, слов нет, одни эмоции, это вот это немен. И вот дальше я сказала, немен, хей. То есть, когда ты кого-то встречаешь, кого ты не ожидала встретить. Ты сталкиваешься с этим человеком на улице или в коридоре. О, немен хей! Да? Ну, Ну, хей. как-то слышала пару раз что-то знакомое, но я не прислушивалась. Так можно, да, так сказать? Наймен хей. Да. Когда неожиданная встреча. Неожиданная встреча. Вот, и потом я сказала, дева ленгесен. Дева ленгесен. Вот. И в принципе, если произносить каждое из этих слов четко, то можно будет очень быстро понять. Проблема в том, что каждое это слово редуцируется и произносится как одно слово, да? То есть здесь не три слова, а мы произносим это как одно слово. Классик к нам пришел. Ух. Красавчик, красавчик. Пришел к нам. Надо себя показать. И вот когда, например, он проходит, я тоже могу сказать, немен, кисе, немен, кисе,
Так, вот смотри, три слова, да? Каждое из этих слов понятно. That произносим как there. There. Да. Это значит это. Да? Мы уже знаем. Ну, это знаем, еще повторим. Давно. Это да, было да. Давно. Да, было, да. Это глагол var. Мы говорим va просто. Deva. Deva. Да? Deva Lengense. Lengensen. Да, здесь у нас, смотри, Lengensen. У нас есть произношение НГ. И вот оно... Lengensen. Я очень хорошо сейчас ты произнесла. Lengensen. То есть оно у тебя произносится в носовой части. Lengensen. Вот. И что у нас происходит? Мы произносим всю эту фразу как одно слово. Деволенесен. Я. Очень хорошо. Деволенесен. Деволенесен. И вот у нас... Да, да, да. Очень хорошо. Да. Было давно или давненько. Как давно это было? А что это? Ну, конечно, наша встреча последняя. И это означает, или там, например, как давно я тебя не видела. Да, 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 да. Да. Деволенесен. А вот если как давно я тебя не видела. Хур. Леннесен. Ней. Как давно я тебя не видела? Тут так говорится. So Леннесен. Как давно это не вопрос. Не, то есть ты здесь не скажешь хюр, как, да? Ты скажешь Валеннесен. Ви сокс сенаст. Валеннесен. Ты как бы удивляешься, как время быстро бежит, как это могло случиться. И тогда вот это вот вод леннесен ви сокс. Високс. Валеннесен, високс. И такой, знаешь, восклицательный знак. Валеннесен, високс. Валеннесен, високс. Я. Ну, то есть... А вот как давно... Или, я, можно сказать, я тебя давно не видела. Ви хар инте сетс по ленне. И опять это валеннесен високс, так можно сказать. И вот то, что мы не виделись. Не я тебя не видела, а мы не виделись. Мы, ви. Я, ви хар инте сетс. Мы не виделись. Здесь у нас perfect form, которая вот состоит из первого глагола har, первый глагол. У сен sets supinum, пассивная форма. Вот этот s прибавляется, когда вот это вот у нас взаимо. То есть мы не виделись, мы не виделись, не видели друг друга. Вот оно как бы, это s означает друг друга. Да? Второй глагол. Set. То есть не просто supinum. Set. Да? Это supinum. Set. Заканчивается на Т. Но еще и окончание S здесь, которое вот заменяет вот это друг друга. Мы не видели друг друга. Вот. Это S будет.
So, vihar in the sets. Vihar in the sets. Мы не видели друг друга. Или в русском переводе, более лучшем переводе, будет мы не виделись. И тоже вот это S, да? Не виделись. И здесь все. То же самое. Здесь как бы надо запомнить, что есть S на конце, то означает... Да. Вот, например, то, что ты уже точно знаешь, когда ты говоришь «увидим друг друга», «увидимся». Как сказать? «Увидимся». VCS. Я. VCS. И там у нас есть как раз это S. Смотри, V, потом идет see, глагол, да? И потом идет S. Вот снова это S. Снова C. Да. Yeah. S. Да. И это точно такой же пример вот этого друг друга местоимения. Увидимся. Да, тут да. Увиделись, увидимся. Да, S, да. Да, 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 да. Здесь просто будет supinum от все. То же самый глагол, но это supinum, set, set. Да, supinum, так. Потому что у нас здесь har. Har, set. Я har, yeah, set. Ну, сказать бы так. Да, har, да. Set. Угу. Я видел, так? Да, да, да. Я уже видел изначально. Да, 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 да. Вот. Потом, значит, как, например, тоже VCS, и потом еще очень часто говорят, что мы услышимся, услышимся. То есть будем звонить по телефону. Как будет? Услышимся, хош. Я. И здесь то же самое. Глагол. Her. Да? Her. И прибавляется S. Так, хош, слышать? Услышимся, да. Висес, вихаш означает хош. Увидимся, да. Здесь произношение РС, да? Хош. Висес, вихаш. Вот, и что у нас тогда? Возвращаемся опять к этой фразе. Вигаринтесец, мы не виделись. Мы не видели друг друга очень долго. Вот это. We are in the sets. Осен, вот такая фраза есть. По лене. По лене. Вот тоже. Долго. По лене. По лене. Так можно сказать. We are in the sets. По лене. We are in the sets. По лене. А, да. Хорошо, ты произносишь сейчас, это НГ, как есть, лене. Я чуть-чуть, ну, начинаю больше, у меня же напарник мой ушел, чуть больше начинаю, да. Все больше и больше говорить, ну, не стесняться, слова выговаривать, правильно, неправильно, как-то да. Спрашиваю всегда, там, правильно. Что придет мне в голову, и вот прислушиваюсь. Вот и так и надо. Отбросьте ложный стыд и можете вести себя он свободно. Есть. Ложный стыд есть. Ну, откуда он появляется-то, ложный стыд? От того, что ты как бы гордишься собой, что ты такая замечательная. Ты же не можешь ошибок сделать. Ты же у нас такая вот вся. Там, ты себя на пьедестал поставила, а это грех. Понимаешь? Это грех. То есть относись к себе с юмором, да? И тогда будет все хорошо. Хорошо. Только так, наверное, надо пробовать. Да, 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 только так. Чтобы вместе с другими над собой поржать. Замечательное удовольствие. Ну, уже так, ой, забыла, какое слово, но все смеялись, падали. Ага, ты что-то сказала, да? Да, да. А, ой, жалко, что ты забыла. Это было бы хорошим примером, как, ну, не нужно бояться. Угу, вспомню. Ну, вот, например, то, что я сейчас слышала, да, несколько раз ты сказала «хур», не «хюр», а «хур». И это уже как бы повод для
посмеяться, понимаешь? То есть я сейчас сотру это, да, напишу это слово. Вот хорошо. То есть это гласная «ю», она очень важна. То есть, ну, это слово как? Так, я его не произношу правильно. Думаю, да, что правильно. Да? Да. То есть вот это вот «hür», оно такое общее, общее слово «как», да. И вот здесь вот это «ü» нужно произнести как «ü», а не как «u». То есть мы произносим «hür». И мы не слышим разницы. Понимаешь? Но. Ну. А есть еще одно слово. Вот когда мисс У, да, хур. Хура. Это женщина легкого поведения. И все, что... Ну, я это... всегда говорю хур. Надо говорить. Вот это... Ой-ой-ой, да. Вот ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. То есть вот над этим надо работать очень, потому что, конечно, это режет ухо сразу. Да? Да. Хюр. Да, да, очень хорошо. Хюр. Я, да. Хюр. Я. Хюр. Хюр. А. Хюр. Замечательно. Вот потом, когда вспомнишь это слово, которое доставило... Мы такому... обговорим, да. Да, обговорим. Запиши его где-нибудь, чтобы не забыть. Ну, не могу вспомнить. А еще слово, вот у меня всегда под вопросом, правильно ли я произношу «нер». Когда? «Нер». Более открытый у тебя рот должен быть. «Нер». Я. Да. Меня не понимают это слово. Вот я говорю, да, они не понимают. Да, потому что здесь тоже есть совершенно другое слово с «и». То есть как, тебе нужно говорить вот это «нар», когда ты спрашиваешь «когда», вопросительное слово. Здесь гласное, ее нужно произносить, открыв рот намного шире, чем если бы ты произносила «и», да? «И». Рот открыт на, может быть, настолько, да, а открывается рот шире. Нар, нар. Нар. Я, бра, хорошо. Нар. Нар. Да, потому что, а почему? Потому что другое слово, нер, означает, это у нас наречие, означает вниз. Нер, вниз. Или внизу, на нере внизу, вниз. Нере внизу, да. Да, нере внизу. Нар. Очень хорошо, да, замечательно. Да. Нар. Да. И вот, например, есть такое выражение, вот «нер» с, например, глаголом «приходи», да? «Ком нер», «ком нер», «ком нер», «приди вниз». По-русски переводится «спускайся», «спускайся», «ком нер», «приди вниз». Часто говорят «ком нер», «приходи вниз». Да, 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 да. А можно также сказать ком уп? Я. Поднимайся. Да-да-да, поднимайся наверх. Ком уп. Или даже, ну, просто кто-то может лежать на полу, да? Ком уп. Я. Давай, поднимайся. А, точно. Ну, то есть ты здесь видишь, да? То есть одна гласная. Буква. Да. Одна буква делает разницу в значении. Поэтому нужно обязательно эту разницу слышать и уметь произнести. Можно еще раз повторить? Да. Хюр. А, да, да. Нар. Я.
Hur när? Ja. Ner. Спасибо. Ja. Och ner, skriv ner också. Ner. Ner, nere. Ja, 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 nere. Ja, ja, ja. Правильно, нере. Да, 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 да. А если вверху, уп, вверх, упе, упе. Мы сейчас можем взять, кстати, вот эти наречия сразу же, которые очень важны. Ну, так что-то очень, мы перешли в очень важное сегодня. Да. Очень хорошее. Давайте возьмем. Да, давайте возьмем. Вот, мы возьмем, значит, с чего мы начали? Мы начали с не. Это когда ты идешь. А когда ты уже пришел, нере. Вниз. Идти вниз, да, ты идешь. То у тебя будут глаголы движения. Глаголы движения. Гонер. Да? Ну, а нере – это будут глаголы, которые не означают движение. Например, ты сидишь или ты эр, да, эр, находишься. Ну, это то же самое по-русски. Я сижу внизу. Да, я ситер нере, я ситер нере. Я ситер нере. Да. А как сказать, я иду вниз? Я с кого нер? Я буду пойду. Вниз. Да, буду идти вниз. Кого нер? Я. Я с кого нер? Правильно? Я правильно. То есть глаголы, которые означают изменение, можно сказать, положения твоего тела. Да? Ты была в точке А, и потом ты в точку Б должна переместиться. Эти вот такие глаголы, там, иду, скачу, прыгаю, бегу. Да? Вот все эти глаголы. Springe, you go. Да, да. Да, я springe. Springe ner. Я springe ner och hämtar smör. Я спущусь и возьму, или спускаюсь и возьму, и беру масло. Я springer ner och hämtar smör. Да. То есть вот в этом у нас и есть. То есть то же самое на русском. Вот я сейчас перевод напишу здесь сразу внизу. Ner означает вниз, да? Вниз. Да. Иду вниз. А когда мы переводим nere, сижу внизу. Да? Вниз, да. Внизу. У нас же тоже такая же разница. И тоже зависит я от того. Я сижу внизу. Я да, сит. Да. Я, я. Хорошо. Дальше мы идем и берем следующий наречие. У нас было уп, вверх, да? Вверх. Я иду вверх или наверх. И ты уже, кстати, уже отгадала. Вверху. Я сижу вверху. Ты отгадала. Упе. Я. Присесть. Упе. Дальше у нас есть хорошее, которое мы очень часто употребляем. Ut. Это значит наружу или на улицу в нашем понимании. То есть из дома. Из дома. Да? Я выхожу. Я с кого ut. Да, да, да. Я с кого ut. Или я мусте будет, я должна идти, да, да, да. Ут и ю, ут. Здесь вот здесь тоже. Инте и, мен
Я. Очень хорошо. Я. Ют. Я скажу ют. Я скажу ют. Это значит, я выйду наружу. Я скажу ют. Я. Еще побрёд. Куплю. Я по-простому говорю, на улицу. Ну да. Я выйду на улицу. Да, 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 да. Да, по-русски можно перевести на улицу. Да, да. И потом, например, когда ты уже там, на улице, да, на улице, скажи, догадайся, такой же принцип. Я уте. Да, уте. Ты, значит, там... Ute. 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 Да. На улице. А где он там на улице? Он может там на машине катается в свое удовольствие, или может там в парке гуляет и так далее. Не играет никакой роли. Но он на улице. Можно так, например, где Денис? Она ute. Вет интервал. Она ute. Это означает, его нет дома, он, значит, да, где-то... Да, да, там где-то. Там. Дар. Дар, precis, дар. Дар. Дар, дар, ute. Дар, ute. Тоже можно сказать. Дар, ute. Да, там, на улице. Ut, ute. Потом, значит, у нас еще есть, да, внутрь. Ин, да. Да, когда ты говоришь войди, приходи, на, войдите, как ты говоришь? Не ну, вот я тебе постучу, позвоню, звонок, да, и ты кричишь мне, входи! Входи! Да. Go in? In the room and come in. Комер, ой, комер. Я, ком ин, ком, ком. Да, да, да. Ком императив, да, приказ. Ком ин, иди. Ком ин, да. Иди сюда, иди внутрь. Да, 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 да. Входи. И когда ты уже там внутри сидишь, инне. Да, инне, абсолют. С двумя «н». Ну, это я догадалась, я не знала. Да. Ну, и ты видишь, ну, так ты правильно, ты видишь этот да. рисунок, да? Тот же самый, схема та же самая. То есть очень много наречий, которые вот прибавляют вот это «и» в конце, когда ты уже там, то есть ты совершил это перемещение своего тела, да? И ты уже там. Вот. Вот. Дальше. Не-не. Упе, ют, юте, ин, инне. Не-не-ре. Так, по-моему, вот именно вот с этим знаком, когда «е» прибавляется, уже все. Мы, значит, сейчас перейдем к другой схеме. Например... Бот. Бот. Это будет так, go bot. То есть выйти из чего-то. Это вот как ut, но это как приказательное или нет? Ну, можно сказать и приказать тоже. Go boat. То есть, когда ты, например, хочешь, чтобы человек переместился. Go boat. Например, вот кто-то стоит и... не знаю, что-то опасное делает. Может быть, ребенок играет... с огнем или что-то, ты хочешь его оттянуть, и говоришь, go bot, go bot. Да.
Go-boat или walk-a-boat. Это значит ехать куда-то из своей страны walk-a-boat till Spanien или till Italien. А, то есть выехать откуда-то, да? Я вели walk-a-boat. Да, walk-a-boat. О вила, да, или сула, бода, или сула. Хотела бы. Да, 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 хочу. Бот. А когда ты уже там, значит, да? Когда ты уже за границей, бота. Бота. И тут смотри, у нас вот эта схема начинается, когда не и прибавляется, а. Да? Угу. Здесь у нас вот было сначала, я взяла те, которые с и, а теперь будет с а. И вот то, что мы очень часто делаем ошибку, это вот следующее хочу представить, вот это хэм, да, прийти домой, идти домой, бежать домой, ехать на машине и так далее, домой, а хэмма, уже дома, хэмма. Мы про это уже говорили, да? Ну, так как я поняла, всегда мы говорим «я ска го хэм», «я да. го хэм». Да. Когда я дома, я уже говорю, там, по телефону отвечаю, я и хэмма. Ней, без всяких предлогов. Смотри, мы же здесь не использовали предлоги. Мы же Нет. Не говорили, мы же не говорили «я ар и упэ». Ней, мы же не говорили «йог ар и юте». Ней, почему ты говоришь «ихэмма»? Потому что тебе кажется, что это существительное, а это не существительное. Ты же не говоришь «я в дома». Ты же не говоришь так «я в дома». Ты говоришь «я дома». Также здесь «я хэмма», «йог ар», потому что у нас «ар», этот глагол, обязательно нужно его употреблять в шведском, но не в русском, да? «Йог ар», да. «Хэмма» или «Йог ар хэмма». «Я», или «я сижу дома», да? «Я», «я эр ситер хэмма». «Я», или, например, скажи «я сижу и ем люнч дома». Я ситер. Ок. Ок, это. Этер. Этер лунч хэмма. Я. Да, точно так же на русском ты бы сказал. Ты бы не сказала, я сижу и ем люнч и дома. То есть это абсолютно... Нет, не сказала нет, бы ты правильно. Бы не сказала. Точно так же, никакого предлога, ничего не надо. Это же наречие. Все, я поняла. Но я все равно путаю. Ну, у меня такое... Есть такое. Все путают, все путают. Так, значит, какие у нас еще есть, вот именно когда «а»? Бот-бот-а хэм-хэм-ма. Что-то мне сейчас не приходит в голову. Ну и достаточно вот этих. Мы уже разбирали довольно много. Ну, очень хорошо. Угу. Ну, если что-то вспомнится на «ату», мы с вами. Да, мы пройдем. Бот-бот-а. Хорошо. Отлично. Давай потренируемся. Так, я фрога дей, ну, till exempel. Если я тебя спрошу, где Денис? Var är Денис? А ты мне должна сказать, он на улице со своими друзьями.
Хан уте мед мина не, не мед своими сен Сина, не сина Сина. сина комписар. Ja, han är ute med sina kompisar. Ja. Han har ute Med sina sina. kompisar. Так, как сказать по-шведски, задать вопрос, а когда он придет домой? Когда он придет домой? Нар Я ком коммер нар Нар коммер коммер хем хемма Нар коммер хем кто 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 хорошо хорошо правильно нар коммер хан хем не забывай субъект. Нар коммер хан хем. Precis, kommer, то есть он должен переместиться, да? Значит, будет хем, он должен переместиться. Нар коммер хан хем. Нар коммер хан хем. А, хорошо. А Ой. теперь я. Ну. Вот, и как, значит, тогда сказать, что он придет домой в 7 вечера. Хан комер хем клокан ху. Jättebra. Klockan 7. Jättebra. Han kommer hem klockan 7. Хан Jättebra. комер хем клокан ху. Далеко еще, да, шведская. Ну да, хорошо. Jättehärligt. Так, значит. Сейчас мы сделаем так. Вот твой кот прибежал и стоит на твоем столе, прямо перед тобой. Ты ему хочешь сказать: убирайся. Иди отсюда, иди отсюда. Go, Go, я. go, bot, Я, go bot. Я, go bot. jättebra. Потом есть еще такая хорошая фраза, вот когда кто-то прям вот мешает, и ты хочешь этого человека или этого животного убрать. Bort med dig. Bort med dig. Медей, а А. почему не? Ну вот откуда я знаю? Так вот они говорят. Bort med dig. То есть bort это как это убирайся. От меня, Нет, с от Медель, не дей с тобой. с тобой. Бери себя и Убирайся с тобой. Ну, короче, уходи с собой. да. О, Боже. Bort med dig. Бот. Бот. Вот, Правильно я yeah. говорю? Да, очень хорошо. Произношу. Да, произношение правильно. Потому что у нас был такой урок, когда я разбирала и рассказывала, что РТ будет Ч. Bot. Да, был. Да, bot. Bot. РС. Я теперь даже имена записываю, где РС. Я уже все Да. понимаю и пишу правильно. Замечательно, потому что очень важно понимать имена, очень важно, чтобы не думать, что это какое-то слово. Когда слышишь, Бот. да? Да. Bort med dig. Bort med dig.
Потом еще есть, кстати, давай возьмем сразу пример пословицы. Пословицы. Вот сейчас я ее напишу, а ты тогда мне переведешь, потому что на русском есть, ну вот прямо буквально такая пословица. Сейчас напишу. Так, начинаем. Бота про мен хема бест. Уходить хорошо, но дом, когда уходишь, best. Бота, бота, бро, мен хема, best. Best. Слово best, не знаю. Best, прекрасный, лучше, да, или лучше, как? Лучше, бро. Лучше. Хорошо. Best лучше. Ну-ка, давай best. Сейчас подумаем. Лучше. То есть ты как бы уже все слова понимаешь. Теперь давай думай, что бы это могло значить. Бота бро мен хема бест. Бота бро. Ну, хорошо, уходить. Да. Ну да, уходить или вне дома, то есть когда ты в гостях хорошо, а дома лучше. Да, 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 да. То есть переводится так, да? Вот добро, мен хема бест. Да, да, да. Дома лучше. В гостях хорошо, но дома лучше. Потом у нас еще какая-то есть в таком же смысле пословица. Вот добро, мен хема бест. В гостях хорошо, дома лучше. А, нет, нет, там немножко другой смысл. Да, в гостях хорошо, дома лучше. Да. Дома лучше. Да, и в гостях имеется в виду даже в другой стране, да? Ну, везде, где бы ты ни был, хорошо, да. Но дома да. всегда будет лучше. Да, 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 да. Да. Тоже вот хорошее применение. Супер. Вот добро, мэн. Хемма бест. Yeah. И здесь у нас есть и бота, и хемма. Два я слова. Сначала просто я забыла слово best, и мне оно знакомое, я не могла сложить, потому что я это слово, когда я уже это помогла мне Светлана лучше, тогда я уже догадалась. Ну, ну. Бота бро, мен, хемма бест. Я. Здесь. Осталось запомнить. Вот добро. Мен хэмма бест. Отлично. Так, давай еще попереводим. Как, например, вот спросить, вы поедете куда-нибудь летом? Или ты поедешь куда-нибудь летом? Например, ты встретила своего коллегу, уже лето наступает, отпуск, да? Вы поедете куда-нибудь? Поедете. А-а-а. Так. Ока ехать. Да, правильно. Окер ездил. Ну, или еду, или поеду. Еду, поеду. Тоже можно в настоящем времени использовать. Окер. Ви окер. Окей, ви окер – это мы. Ни. А, так. Ни, да. Ни, ни, да. Ни окер. Неста, нет, этим летом. Неста – это нас следующим. А этим как спросить? Ни окер по Италии. Нет. Смотри. Ты знаешь, что отпуск – это сейчас.
То есть вы разговариваете. Да, по семестру я, бра. А как правильно, я не могу скласть, извините. Угу, давай, давай подумаем. Ну, если Вопрос. задаешь вопрос, то Да. значит будет правильно. Не окер, так? Ну вот смотри, Нет. Если задаешь вопрос, то ты должна начинать с глагола. Или с вопросительным. Да, вот. Это должно быть у нас первое слово. Окер. Окер. А потом уже субъект. Окер ни. Браво. Окер ни. Фром. Не надо фрон, из. Но вот то, что вот мы выучили, да? Окерни болт. Окерни болт. По семестр. Вот это, вот, то есть вот это болт, оно означает из твоего... То есть можно его применить? Да, как заграть, да, да, да. Окерни болт по семестр. То есть это уже вопрос, как бы... Ты будешь дома или ты поедешь куда-нибудь? Окер не бот. Ага. Понимаешь? То есть мы разбирали бот, как бы то там уходишь, и вот, вот это все, вот, да. И что я выезжаю, или да, там. Да, да, а да. Это можно и так задать, да? Да, 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 да. Окер ви бот по семестр. Не ви, а ни. Ни. Ни, ни. Бот. Еще или... одна моя ошибка, всегда путаю. Да. Да, ну «ни» – это когда ты разговариваешь с человеком, у которого есть семья, и ты знаешь, что он с семьей будет вместе в отпуске. Ну а если ты знаешь, что он одинокий, то тогда «ды». Это значит, что ты не остаешься в Швеции. Швеция – это твой дом, да? Ты не дома. То есть я где-то, или я уезжаю в отпуске, или да. Я буду дома. Да, да, да. Или отпуск будет дома. Да. Отлично. Ну. Окер ви бот по семестр. Или ты кан сей я ви окер бот по семестр. О, ват. Ага, то есть я могу сказать, мы едем. Я куда-нибудь из Швеции. Бот. Ви оке бот по семестр. Вар. О, ви скокатель Италия, или ви скокатель Украина. То есть бот, оно такое, знаешь, очень, можно сказать, расширенное, да? Я, ну, надо понимать еще, ну, начало приложено. Да, начало положено. Положено, да. Да, да. Хорошо. Так, давай теперь перейдем к нашему второму плану с книгой. Вот это твоя книга. То у нас уже времени нет. Ничего, нет, но мы же 5 минут потеряли. Мы потеряли 5 минут на мои технические непорядки. Мы начнем. Да. Вот, эта книга, наверное, часть какого-то проекта шведского, да? То есть бесплатно рассылается родителям, у которых дети в подростковом возрасте. Вот я прям точно, наверное, знаю, что это деньги из Европейского Союза, например, да? То есть такая большая-большая компания. И распечатали вот очень много экземпляров. Может быть, даже и на арабском есть. Так, значит, тонош, тон, пош, да, тонош, парлерен. Тонош, я держу книжку. А, тонош, парлерен, я. Я. Вот это фа,
Факт энгонтиль, там еще раз, еще раз. Факта о типс ом ungdomar ок алкоголь. А, бра. Факта ок типс, окей, типс ом ungdomar ок алкоголь. Алкоголь. Так, сейчас я поняла из-за вот названия и вот этой вот маленького подрубрики я поняла, о чем это. Значит, скорее всего, это большая компания, которая направлена на борьбу с алкоголем, со злоупотреблением алкоголя, и не только с злоупотреблением алкоголем, но и, или прежде всего, тоноринар, вот тон-ош, это подростки, то есть те, да, возраст которых заканчивается на вот это вот тон. Мы говорим после 12 лет, да, 12-12, а потом мы говорим третон, фьютон, фемтон, секстон, хутон, да, вот это вот окончание тон. И отсюда, отсюда вот этот тон переходит в этот, этот корень сюда. Да. Да. А ор это года. Да. Есть, да. Подраст... Я думала название писателя. Ага. Нет, нет, нет. Это, значит, можно сказать, подростковые годы, да? Вот это S. Да. Это S. Ош. Да, да. Это S у нас означает родительный падеж, то есть подростковых лет. Подростковые года. Да, подростковые года, но мы их склоняем вот с этим S, то есть можно сказать так, parlören – это словарь, словарь. Он, это взято это слово прямо вот с французского, parleur, parleur, это значит, ты открываешь, вот, у меня как раз здесь, смотри, лексикон, да, лексикон, словарь, ты когда открываешь и смотришь, тебе что-то непонятно, да, и ты, значит, это слово найдешь, и, значит, это, знание. Так у нас и книга. Да, наберешься знаний, да, и вот в этом смысле получается, что здесь можно перевести название этой книги как словарь или руководство, да, руководство по подростковым годам. И можно сказать так, это книга для родителей, ну, конечно же, если очень продвинутые подростки, они тоже могут взять и почитать. И здесь, значит, смотри, факта, это переводится прям как факты. Факты, да? Факты. Тоже слово международное. Да, да. Вот tips, советы и советы, tips, факты и советы. Да. Om ungdomar. О молодых людях. Ungdomar. Ungdomar. Ок. Алкоголь. И алкоголь. Алкоголь. Да, да. То есть, наверное, скорее всего, там у тебя прям в алфавитном порядке
Если это parleur, то это точно будет в алфавитном порядке. Сначала слово, какой-то термин, потом объяснение. Не комписар тут идет, то есть, ну да, все, варфор, дрикер, нож, рингор. Окей. То есть факт, все да, подробно. Все про Вопрос подростков. и на это ответ. Да, и на это ответ. Да. Вот, кстати, было очень интересно почитать, да. И на этом учить переводить шведский. И учить. Да, Хорошо. да, да, да. Будет классно. Будет классно. И вот потом, тогда мы в следующем уроке можем уже взять твои какие-то вопросы по переводу. То есть ты сама работаешь с этой книгой, да? Начинаю. Перевод, да, начинаешь переводить. И, может быть, есть какие-то вопросы возникнут с переводом. То есть ты смотрела в словарь, но все равно ничего не понимаешь, как это, что это значит. И мы тогда будем об этом обсуждать. Очень Хорошо. интересно. Классно. Классно. Спасибо большое за урок. Дева соли, тесо. Окей. До сих пор. Сейчас не ста. Везде с места века. Я дружу в полор, да? Добро? Нет, добро. Добро, добро. Окей. Адес, добро. Хейдо. Хейдо. Хейдо.